Здравствуйте всем! Сегодня мы с вами приготовим лечо из огурцов. Очень вкусно получается, мне нравится. Пока я помыла банки с мылом, с хозяйственным, уложила их в кастрюлю, и пусть они кипят. А я начну все остальные приготовления. Положила сюда вот эту широкую вороночку, пусть тоже стерилизуется. Огурцы я порезала брусочками. Порезала сюда один болгарский перец вместе с семечками, чтобы был аромат. Теперь добавляем сюда 200 грамм кетчупа. Кетчуп обычный, томатный, классический. Никакой там ни острый, ни к шашлыку. Добавляем сюда 200 грамм. Я на даче в экстремальных условиях, здесь в беседке. В этой пачке 300 грамм, значит 200 добавляю. Выливаю сюда 100 грамм воды, 100 грамм сахара, стопочка совдеповская. Ой! Столовую ложку соли. Добавляю сюда 3 зубчика чеснока порезала и одну луковицу тоже порезала кубиком. И добавляю сюда 100 грамм масла растительного. Софийка тут со мной гуляет. Мур, где ты была? Теперь все хорошо тщательно размешиваем. Включаем плиту. И после закипания будем варить 40 минут. Иногда периодически подходим, помешиваем. Ох, как ей балдежно тут на даче. Травку кушает. Нигде не гадит. Ходит чисто в свою чашку. Но она к ней привыкла дома. Как ей тут хорошо. Чимая ты. Красавица моя. А вот здесь за забором. Так интересно, вон там дача, люди живут. Где ты, Софи? У них кот точно такого же окраса, но чуть посветлее. И заходит сюда иногда, но они не дружат. Он тоже стерилизованный, она тоже. И как-то у них дружба не завязывается. Сидят, поглядывают друг на друга. Но сегодня еще не был. У меня есть видео, недавно выпустила короткое. Называется «Загляните к сибирячке». Это канал Татьяны Емченко, дача «Огород в Сибири». Хочу сказать большое спасибо Татьяне. Танюша, привет. Ой, у меня дух захватывает. Очень, конечно, мне неудобно. Татьяна прислала мне донат. Я когда узнала, у меня сердце сдавило, правда. Я сердечница, мне сильно волноваться нельзя. Ну, пережила я это как-то. Большущее спасибо, Татьяна. Это называется мой первый донат на моем канале. Обещать ничего не буду, потому что жизнь такая сложная штука. Если все будет хорошо, я Татьяну обязательно отблагодарю. Все поварилось 40 минут на среднем огне. Теперь я выливаю сюда неполную рюмочку 100 грамм. У меня виноградный уксус 6%, а вообще 9% уксус 50 грамм. Плитку я выключила. Перемешиваем. И сразу раскладываем все в банки. Получилось у меня вот 3 баночки. 2 пол-литровые, одна здесь 300 грамм. Одна осталась пустая. Очень вкусный рецепт, мне нравится. Я в прошлом году сделала, мне понравилось. Ну, как будто бы лечо. Похоже, конечно. Уксуса надо чуть-чуть поменьше. Теперь я укутаю, накрою чем-нибудь курткой, полотенцами. И до полного остывания. Банки надо перевернуть. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем всего доброго и удачных вам заготовок!